Я рад участвовать в таких мероприятиях. Наша компания предлагает нашим клиентам довольно широкий спектр продуктов в области управления ресурсами в аэропортах. Это могут быть и аэропорты собственные, и авиакомпании, и компании наземного обслуживания. На данной конференции мы представляем наш продукт HubControl, при помощи которого можно осуществлять контроль за оборотом воздушных судов в аэропорту, отслеживать временные рамки и процессы выполнения ТГО, определять причины задержки. Теоретически продукт довольно сложный и может под клиента развиваться там в разных направлениях. Например, скажем, такие крупные клиенты, как Аэрофлот, они могут на основании прогноза TUBT давать некие рекомендации или запросы центр управления полетами для изменения, например, там время вылета. Этот продукт используется в России в Домодедово и в во Внуково. Вот. И мы подходим к тому, что пора уже и в Шереметьевском авиаузле его использовать для разных компаний. Что касается состава участников, мы с нетерпением ждем существенного оживления авиаперевозок в России, потому что нашими клиентами могут в основном являться крупные компании, где действительно остро стоит вопрос управления ресурсами. Когда у тебя, допустим, там нужно управлять 200 сотрудниками в реальном времени, вручную это практически делать невозможно и неэффективно. И нужно применять системы, которые это делают в автоматическом режиме. Вот. Так что вот ждем, когда у нас большие ожидания от того, что все-таки есть некая программа по развитию региональных хабов. Аэрофлот закупает 100 суперджетов, и мы рассчитываем, что мы придем в другие российские аэропорты.